Друзья, сегодня 14 февраля, месяц нашим самым ранним ягнятам, то решил ради интереса взвесить для контроля. Хочу взвесить ярославских, потому что они, мы их подкармливаем из сосочки, и с ними проще, они более контактные, привыкшие к людям, не так убегают. Идите сюда. Эй! Ну, видите, они уже активно в кормушках находятся, взрослых. Здесь вот эта секция, я им отделял, чтобы они могли сюда, только малыши могут проходить вот этот лаз, его ограничиваю веревкой, ширину может потом будет увеличивать по мере того, как они будут вырастать. Главное, чтобы мамки туда не залазили. И вот там ячмень у них в постоянном доступе находится. Маток я не рискую в постоянном доступе оставлять корм, потому что это может переедание повлечь, ну и соответственно расстройство и ожирение. В общем, это не есть хорошо. Иди сюда. Ну, что? Что-то они меня уже не особо, супруга их кормит по утрам. Меня уже подзабыли. Стойте, стойте. Ну вот, друзья, 030 номер показывает. Одиннадцать килограмм. Ну, такой промежуточный результат. Это, конечно, не выдающийся, но с учетом того, что ярославская сама не самая крупная овца, то 11 килограмм для барашка в месяц — это норма. Это с учетом того, что он у нас и стройнее, и с учетом того, что мы его подкармливаем из бутылки. Супруга два раза сейчас кормит их утром и вечером, когда управляемся с овцами. Им дают по бутылочке 250 миллилитровые. Ну, то есть они и на подсосе, так сказать, у мамки. И плюс мы просто докармливаем, помогаем им в развитии, тем, кто и стройнее. Ну, вот такое короткое видео. Всем пока.